Макаки руки. Значит, я сегодня мохнатый макака. Ну что, прикольно. О, грибочек. Пойдем возьмем. На мухомор похож. А мне пофиг, я все равно макак. Давай съедим. Не дуренько. О, это же военная база. Что это вы в лесу моем делаете, а? Пойдем-ка у них спросим, что это они тут забыли. О, ранение. Медик. Козлины. Че они думают, выстрелили со своих пуколок и от меня избавились, да? Да шиш им, я им сейчас двоечку так пропишу. Не, на самом деле я больше к ним близко не буду подходить. Опасные существа эти двуногие люди. О, мухоморчик. Не, пупорочки у него зачетные. Сырые мухоморы, ну еще такие. Но лучше, конечно, их пожарить, поэтому добываем огонь. Так, киса? Где киса? Не вижу кису. По-моему, это уже галлюцинации у меня начались от мухомора. Так, ребята, не соизволите ли отведать моих сочных окаменелых котлеток? А, черт, у меня даже мощи нету докинуть до них. Еще грибочек. Да у меня сегодня грибной день. Это, ну, отлично. Обожаю грибы. Чем больше их ешь, тем... Свин? Я слышал свинью. Походу, надо завязывать с этими мухоморами. Перехожу на ягодную диету. Свиньи и кошки, боже мой. Короче, меня распирает. Собаки? А, так погоди, вон же ферма, вон свиньи бегают. Все нормально, можно есть дальше грибы. Так, сейчас залезем наверх этого дерева и посмотрим, что там на ферме. Есть чем поживить или нет? Вижу фермера. И он смотрит в нашу сторону. Давай поднимись повыше, чтобы нас не запалили. Вижу, короче, свиноту, кисондру и пёселя. А, погоди, там еще один фермер. Короче, нам нужно пробраться в этот амбар. Там наверняка есть еда. Какой устрашающий план. Макака-террорист, которая хочет захватить амбар. Ладно, спускаемся с этого дерева. Щи-борщи, ты подсмотри, это же палка-врубалка. Фартовый день. Амбар открыт! Надо туда пробраться незаметно. Ой-ой-ой, у фермеров есть оружие, а у меня всего лишь палка. Ладно, щи-борщи, это мой шанс. И обходим его сзади. И лупим ей по ногам, вот так вот по жопе, и везде, как где только достаем, мы валим в амбар. Фух, по-моему, ей был по барабану вообще. Ну конечно, я такой маленький обезьян. У меня силов-то нету ее отхлестать. Так, упс. Кажется, это была плохая идея. Дверь вывернул на ту сторону. Яйца, ты посмотри, сколько их здесь. Пофиг, сырыми захомячу. Ну да, скорлупа, конечно, не в тему, но нормально. Чик-чирик, свои. Ну, раз меня не палят, я здесь позавтракаю, никто же не против, да? Наберу себе массу, как у сумоиста. Господи, сколько здесь яиц, я балдею. Хана ягодно-грибной диете. Да. Наступила яичная. Ну что, значит, мы с тобой поели. Теперь надо потренироваться. Это, короче, мой товарищ Герман, кусок сена. Я отрабатываю на нем приемы. Так, цаперкота. Ускоряемся, ускорение на пятнашечки. Отлично. Спасибо, братюнь. Амбар зачищен. Нужно найти новую цель. Тут нашел пару инженеров. Попробую их спугнуть. О, грибочек. Короче, наверняка у них есть еда. Мадемуазель! Мадам! Дай пожрать! Я же тебя не отстану, пока ты мне не дашь что-нибудь захомячить. Ладно, сама напросилась. Вход пускай тяжелую артиллерию. Залазим, короче, на эту самку. У, какая у тебя красная помада. Дрести. Дай пожрать! Господи. Ладно, покатай меня, тогда хотя бы сихавать не даешь. Упс, упал. Мадемуазель, мы так не договаривались, подождите. Вы меня еще не до конца докатали. Как же круто, когда тебя катает, обалдеть. Здорово, усач. Миша, здорово. Банан. Эй, самка, к банану рули. Рули к банану, говорю. Куда пошло, не туда пошло. Разворачивайся. Ты чего, не понимаешь, что тебе говорят? Я тебе сейчас в рот залезу своими пальцами грязными. А ну поворачивай, говорю, к бананам иди. Короче, концепция поменялась. Четко какая-то шальная попалась.
Сейчас сам до банана доберусь. Оп, алло. Это чей-то, короче, похоже, завтрак, да? Сейчас мы его свистнем. По-тихому. Три банана. Хомячим. Бананы? Какие бананы? Здесь не было бананов, я здесь вообще ни при чем. Бананы. Ёшки-матрёшки, как от меня их спрятали. И засранцы инженеры. Думали, вы от меня все спрячете, да? А я нашел. Так, вот это, да. Как я божу бананом. О, да, обалдею вообще. Привет, я зажал все ваши бананы. Так, бананы какие-то... Я ничего не ел. Ты что несу вообще? Так, ладно, валим. О, ягодки. Ништяк. Кстати, чем больше ем, тем быстрее расту. Да. Молодому организму нужно больше питательных веществ. Да еще ягодку клумбе. О, вот есть еще. Вот так вот, да. Еще малиночку. Шукаром. О, да. Фига себе, я отъелся. Пару ягодок съел. Смотри, я практически ростом с этого инженера. Ты что, из воздуха, что ли? Я тебя даже не толкнул. А ну иди сюда. Ты что такой? Фу, какой хлипенький. Слышь, бананы есть? Киса, я тебя не спрашивал, я тут инженера допытываю. Да что ты падаешь, я тебя вообще не трогаю. Усать, ты задолбал. Ты что, окрас поменял, и? Ты помер, что ли? У тебя кислород закончился? Это беда. Может быть, ему это искусственное дыхание сделать? Кулак в рот? Что-то не хочет. Не хочет? Помогите! Старичок, иди сюда. Тут твой коллега задыхается, посмотри, какого цвета он. Слышь ты, брутальный седовлас, ты чё? Ты не слышишь, что тебе говорят? Тут ты, ну ты сейчас еще и этого покалечу. Вас только гладить вот так вот на... Да я тебе пог... Он самоубился. Он упал, ударился о камень и... Боже мой. О, красногубка! Ну ладно, ты живи, я тебя не буду трогать. Пойду-ка я, наверное, в лес, а то я тут кучу делов наделал. Уже темнеет. Надо бы собрать хворосту и разжечь себе костерчик. Да, деревце? Да, говорит оно. Все, пойдем, значит, собираем. О, еще один. Ну что, с двух палок уже можно кострище разжечь. Я, конечно, не эксперт, но вроде бы надо долбить камень, чтобы дало искру. Это правда не метеорит, но может попробовать. Блин, уже потемнело. А я без костра. Что-то не разжигается. Капец. Все фуфло. А по телеканалу Animals у мартышек получилось. О, Миша. Дай-ка я на тебе покатаюсь. О, ты что такие красные глаза выпучил? Подожди, я залезу на тебя. Щиборщик, как ты там оказался? Кажется, я его покоцал своими коготочками. Ладно, иди сюда. На двоечку наваливайся. Вот так вот, в носяру тебе. Ух ты, отбивная. Из мишундры. Ну-ка. Обалдеть, какое вкусное мясо. Все, из вегетарианцев в мясоеда прихожу. Пётель, приветичи. Я так полагаю, ты амбар охранишь, да? Так что мы давай лучше обойдем. Вот так вот. О, котечка вон. Есть, мы на полпути в амбар. Грибочек. Надо сесть. На дорожечку. Да. Свиньи чувствуют, что я пришел. Хрюкает. Сезам, открой! Все. А где свиньи? Почему меня встречает одна курица? Ладно, хоть бананы положили. Что за дела? Две ягодки. Вообще не уважает макак. Ой, ёлки-матрёшки, подросток. Что-то тесноватенько мне в этом амбарчике стало. Капец. В окошечко пойти надо, что ли, посмотреть? Я ж теперь через парадную дверь не выйду. Твою ж налево, вот это западня. Капец. Башкой бьюсь. Чё, ты сразу не догнал? Оп, нагнуться ж можно. Вот так вот. Отлично. Выбрались? Обманули систему. Дверьки прикроем, типа там никого не было. Так-то лучше. Еще ягодки. Да меня, блин, сегодня балуют. Давай вот так вот. Играючи закинем в рот. Оп, получилось. Нифига себе, я и палец зарал. Герман, ты ли это? Побоксировать надо, что ли?
Ну, спасибо, Герман. Ой, да, да. Похоже, я стал съедным, а это могу сожрать. Не, забор не естся. Ладно, в топку. Просто ломаем забор, чтобы свиньи вышли на свободу. Какие странные ворота. Что это за фигня? Господи, как все рушится. Что происходит в этом мире? Почему все на соплях? Дерево, иди сюда. Come on here. Ну и фиг с тобой. Тачка. Надо будет с ней потом поиграть. Ладно. Пойду в домик посплю. Ну, и еще пожру. Ну, да. Обожаю древесину.